Меня зовут Любовь, я мама Лизы 10 лет и Филиппа 5 лет. Сегодня мы впервые пришли на оздоровление в соляную пещеру. Нам это очень понравилось, была потрясающая атмосфера, ребята играли спокойно с игрушками, у взрослых есть возможность спокойно посидеть в кресле, отдохнуть, посмотреть за своими ребятами. Помимо того, что это очень полезно, так еще и настолько весело. Посещение соляной пещеры полезно очень для деток с частыми болезнями, с аллергиями и со всякими кожными заболеваниями. Надеемся, что детки будут меньше болеть после посещения соляной пещеры. Ну и самим приятно здесь провести время. Очень приятный, дружелюбный коллектив, атмосфера здесь. Можно найти новых друзей. И самое главное, недалеко от дома, и цены довольно доступны.